Ой. Ну ладно. Два АМчика, Тинкер. Давай отправим АМчик сражаться. Он вроде там справится. А, я точно сейчас достаю шмотку, посмотрю, что будет. Бабки мультикаст. Blackface Gear Marsh. Ну, можно что-то поиграть, если зайдет. Рыбалочка. Боги. Без хороших магов. Если только с инвокером. Арквардон под этих. Гира. Ну, хотя нормальные леги. Леги хорошие. Спектри же нету, да? Но я все равно возьму Тинкера. Как-то так. Три голды нужно. Хочу Тинкера, хочу Джаггера. Антимаг хорош, но так как нет спектры, через это играть мы не будем. Антимага я сразу должен убирать куда-то в запас. Два Тинкера под Энерджи неплохо. Не знаю, что дальше будет с этим Энерджи. Арканы, телескопы, грифсы, мекки. Там что-то будем пытаться собрать. Ну, чатик, верим в сказку про книгу смерти? Конечно, верим, как будто у нас есть вариант не верить. Хе. Мя-мя-мяшеньки, Ван Грончик. Фэр-фэр-фэр, все. Понял, Ван Грончик. Ну вот хоть разумное оправдание, почему меня этот вонючий Т1 Зевс убил на таком сильном столе. Изи. Привет, GoCB. Надо будет добавить такую функцию, пока надо подумать. Надо антимага брать, надо брать Акса. Надо... Ну тут этих тоже возьмем, все выкупаем. Вечерний бей. Еще раз здоров, бараш. Маска! Яска. Плохо. Кстати, это очень крутой вектор на старт. То есть... Короче... Надо этого парня тоже выкупать. Я не знаю, пойдет ли со мной долго регионка, пока вот так вот. Это отдам Тинкеру. Оу, щит, резидент. Опять подруба какая-нибудь. Давай посмотрим. А у меня там, короче, все норм. Не, вот этого парня точно надо брать овер вот этого. В зависимости от регионки. Так, подруба чуточку потише делаю. А то у нас она громко, да? Вот так вот нормально, идеально. Выкупить я что-то должен. Но у нас там ни телескопов, ничего не собирается, поэтому плевать. А чё Акса не собрал сразу? Неважно было. Мог сразу собрать. Я же там, по-моему, деньги потратил, мне сразу не хватало. Я его выкупал уже на новопришедшие деньги. Но это неважно было. Джаггеры 2 единички, то есть 3 орка дефают легко этих крипов. Я даже себе голову не забивал. Я, кстати, не уверен, кто лучше, ты или ты. Если там антимага какого-то поставят, я хочу, чтобы легионка получала. А вообще, нужна ли мне легионка? Ну, дуэли, если она, да, подфармит, будет круто. Тогда вот так вот лучше. Но так менее надежно. Ну ладно, чё я голову все забиваю. Тут парня взять круче. Чуть. Мультикаст фигня. Мы тут Тинкер должен разваливать.
Две монеты? Да неважно там. Я же говорю, что это убивало, я даже не запаривался. Там еще нужно было подумать, может, я что-то продавать хочу или не продавать. Игры с чатиком также по пятницам не влияют на дни отдыха. По ситуации будем смотреть, ребят, с чатиком. Когда играть. Оу. Я, короче, орков отдавать не хочу. Хочу победить сейчас. Лего дуэльку еще форманула. Она выглядит снова как секси-шпекси юнит. У ханта мы много кого не пробиваем. Рыбачки собрались в нашем граде. Угу. Вот как раз арканы может быть проблемой. Там сильный дэмэдж, но у нас нет синергии, кроме орков никаких. Раз не скастил, плохо. Этот вонючка скастит, надеюсь, один раз. О боже, как тинкер, какие плохие ракеты. Чуточку лучше уже. Ой, как волнительно это было. Нам десятка нужна была, потому что деньги мы любим. Марси, ТБМ под зарядкой, понятно. Хочу какую-нибудь синергию закрыть. Можно Чена вот сейчас? А нельзя, да, я не лавлапнул. Жаль. Можно чудо. Или чуда не будет. А лавлап точно будет? Вопрос, куда и зачем? Воина какой-нибудь поставить. О, не думаю, что это хорошо. Есть ли какой-то вариант, в котором я апаю Лего? Думаю, что нет. Ну, типа, есть, но... Короче, все равно так будет лучше. Плохо. Джаггера придется отдать. Клокворк пойдет с нами. От всякого дерьма надо отказываться. Миранг под Тинкера. Это для нас очень плохо. А, нет, Акс мне не нужен. Это я, пожалуй, возьму. Не знаю, зачем, пусть полежат. Продаться я все равно не могу, да, сколько? Нисколько. Может, на крипов какие-то мехи зайдут. Лиги по определению копят дэмэдж, да, но по 10 урона это не так много. Но лучше, чем ничего. То есть две леги я не мог поставить, потому что мне хотя бы найта надо было закрыть, чтобы эта лега жила. Меник, здорово. Блин. Ой-ой-ой, какие же столы. И здесь еще вот этот Book of Dead, да? Ага. Ну, на крестов придет, на это, на крипов придется отдать. Мы в двадцаточку вышли, это неплохо. Есть Great Vault, не могу рисковать.
Вот этих попробую убить. Ну что ты творишь? Ну что ты творишь? Ну почему ты не добил вот кого-нибудь из них? Зачем сюда ракета была? О, какой плохой тинкер оказался. Ладно, смотрим дальше. Enchanted, I'm sure. My quiver and bow are ready. Смотрим дальше, думаем, что делать. Две леги. С дуэльками, кстати. Сильный хунтер. Почему хунтер? Потому что один оф телескоп. Book of Dead тоже позволяет играть в хантера, но тут поднимаются орки. Есть чен. Это будет 4 орка и всякий мусор. Жестко. Жестко, жестко, жестко. Нам помягче как-то. Даркролла. Сейчас будем смотреть, что выпадет. Я не знаю, лучше бабки. Чуть не открыл. А, бабки нам нравятся, мы их точно берем. Enchanted, I'm sure. Я все равно легионку отдам. Так уж получилось. Джаггера тоже цеплять не могу. А, приста нужно было пытаться найти. Клока найти, приста найти. Если бы три хумана были, да, избавились бы от орков. Но пока так. Бабки нам нравятся. Галкин. Хорошая шутка. Мне понравилось. А, бабки я с Габелкином, остальные усиляются, Даргиры, Роллы и прочее. Плохо. Похоже на то, что Хьюстон у нас проблема. Спасибо, спасибо за фоллоу. Мы все равно проигрываем. Может быть, даже стоило стол убрать. Надо пристап искать. Я должен это отдать. Там есть какие-то лузающие? О, это... Без телескопа, но тут мы тоже не справимся. Даже с хорошим роллом вот этим вот. Вообще без варика. Он мог получше что-то дать. Пока так оставляю минус. Минус все. Первые копеечки капают. Раз хантер, два хантер, три хантер. Это хорошо. Enchanted, I'm sure. Блин, приста бы так хотелось найти. У нас еще, между прочим, там, да, есть гира. Я думаю, как выкупить панду, но я никак себе не могу это позволить. Есть ханты, это точно нужно выходить в какого-то сильного акира либо мага пытаться. Есть вариант еще воином поиграть здесь, но я не уверен. Воин проигрывает магу. Насколько у нас сильный маг, Зевс Элдер? Да, сильный. С каждой 10 монет, после 40, с каждой дополнительной десятки капает по 2 монеты. Боже, как этот тинкер старается? Ханты все сильные, но пока все без телескопа. Но для меня тут все сильные, все проблемы. От всех я буду получать по жопе. О, это же лучше. Не знаю, можем ли мы кого-то побеждать, но...
А кого еще поставить? Как будем дефать следующий раунд? Левелапнем. Качество опять потекло. Давайте поправим. Нет, не стесняйтесь напоминать, я не против. Да, когда 80, каждый раунд у тебя будет почти что сотка голды. Тинкер вытащил. Плохо. Ракеты. Вонючий пудж. 6 урон. Ну ладно. У него ситуация повеселее. Оули-моули. Спасибо, резидент. Сейчас я пробую. 75. Я еще ролл нажал в какой-нибудь клокворк, да, хотя бы. Сейчас я со звуком подрасправлюсь. Блин, или Джаггер будет лучше. А вот не знаю. Мы вообще пробиваем так? Очень бы хотелось. На боту на пиле не самое лучшее. Казус еле не почувствовали. Акс умирает. Венчик надо ставить в орды. Пила надо жить. Тинкер, надо ракеты. Как-то... Что-то чудесным образом еще надо сделать. О боже, как плохо. Почему так плохо? У меня есть магические, да, какие-то предметы. Ну ладно. Time to save the world. Раз, два, три. Damnation rises. А, 80 голды. Что-то... Я бы хумов хотел найти прямо сейчас. Надо было их уже выставить. И левел крутить. Разоры пришлось отдать. Мехи тоже мне не нужны. Опять все сильные. Опять все с буков дедами. Куча урона. У всех чены, да, какие-то. То есть злые дэмэдж-дилеры. Этих разоров уже все. Я пытался найти Хумана. Но все тщетно. Дум, держи. Тинкер много делал, но... Блин, в шестом столько четверок вытащить, это, конечно, круто, но... Ни Лина, ни котла, ничего. Если же седьмые левелы неплохо стоят на хуманах. У меня, конечно, есть какой-то акир, но ставить его сейчас будет супер тупо и опасно. Хотя хантов начнем пробивать. Габелкин в шестом-то два чена. А можно мне так вот? Как вы это делаете? У меня просто один чена. Здорово, эвхаристы, блин. Так. Раз, два, три, четыре. Закрывайте дверь в квартире.
А, здесь и телескопы все есть. Страшный хант. Мы не получили предметы, это плохо. Я в дома все переложил. Ну ладно. Сам запарился, меня так матерят за это. За что? За клавиатуру? Да ладно, норм все. И как будем чиниться? Как я успею починиться? Только если присты мне помогут. Габалкин-то много, но... О, плохо все. Enchanted, I'm sure. А, я хочу минимум 8. Great Vault я уже брать не смогу при любом раскладе, да? Три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, убили, хорошо. 11 урона. Терпимо, 4 тангус, но это очень мало. Я даже не уверен, что мультикас зашедший прям нас спасает. Но может дать возможность пожить. Сидят на стриках седьмых. Ой, денег, конечно, 180 хорошо, но не чувствую, Саня. Да просто гоу так. Там разберемся. Хоули моули. Что там случилось? Резидент еще трек хочет? Ну, давай. Оу, шаман, три руки. Хватит ли мне это надев? Единички, четверки, восьмой. Ну, как бы вроде неплохо, да, но такое. Плащи, кстати, приятно этим. Ну, тут... А? Хилимся, живем. А, мне достаточно 9 уровня, поэтому книжки я буду сливать туда. Еще посидим на пристах. А, книжки, жалко, не работают, не мультикастят, но пойдет. Че кто взял? Габелкин еще денег взял? Габелкин. Еще Great Wall? Смело. Но он в 0-7 ушел, он сейчас достаточно сильный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть. У меня лустрик, бонус плюс 3. Ну, пойдет, ладно. Тангус мне тут еще... Сота может пригодиться. Блин, хочу ли я делать такой дорогой бан? Или опять дешевый туранчиков? Ну, вряд ли я успею в это выйти, давай так сделаем. И в 9 потом поищем. Надо смотреть, сколько урона, на это, наверное, не должен соту тратить. Хотя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, один. Ну, не, нормально.
Как эти соты работают? Когда она лежит в сундуке, они срезают 20% получаемого урона моим курьером. То есть вот здесь небольшой был урон, я не хотел его резать, поэтому спрятал. Угу. Хорошо. I ride with the light. О, шаман, три руки. О. Ладно, живем. Че там, у дома у нас все шмотки. На тебе дальше тогда все шмотки. Я на хумах еще постою. Коль стоит. Это что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шести хумом. Грязно. Восьмой левел без мультикаста хотя бы. Тринадцать. Кстати, здесь можно было соту использовать. Габелкин там много четверок вытащил. Плохо. Your God has arrived. Ever more venomous. The infernal blazes. Mm-hmm. Ну нет, это я не могу ставить. Веника могу поставить. Зевса возьмем, чтобы не достался он никому. Девятый левел. Высокий. Че тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двадцать, четыре, двадцать, шестнадцать. Нифига может быть дэмэджа с умоном раз, два, три, четыре, пять, тринадцать. Ну я в соту хочу это, да, отдать. Это близкий к... фатальному урон. Хорошо бы чиниться, что-то присты перестали прокать. Но мы так убиваем этих крипов. Фулл звери, маги, бла-бла-бла. Я надеюсь, что да. Но мы же не выйдем в Туренов этих, тем более Турена забанил. Габелкин нам мешается. Не сильно, конечно, мешается. С хантами я лучше хочу драться с Акиром, чем магом. В целом я больше, да, хочу Акира. А, демон хантеры там могут быть за Даргир, ну ладно. О, мекка, почти грифсы, да, берем. Enchanted, I'm sure. I'll sharpen my spear and I'm ready to go. The time has come for me. Я вот сижу и думаю, что мне дает этот сраный инвокер. Я не успею в это переобуться даже с самым лучшим заходом. Просто надо сейчас починиться с четверками. И можно начать прокать снова тангусы? Окей. Мне пора хума убирать их, престов убирать. И дожать роллы. Конечно, с дискаунтом это было бы лучше делать. My faithful join me. Your rotor's running.
Ладно. Это может меня убить за раз? Надеюсь, что нет. Страшно, что пипец. Я уже, да, хочу убирать все это говно, которое не будет работать, этих умов. И ставить что-то более устрашающее. Enchanted, I'm sure. Damnation rises. I wouldn't want to let my guns down. It's good to be king. Hand of God. Нельзя уже проигрывать никому. А, вопрос инвокера остается открытым. Хочу ли я? Ну, как бы прикольная фигурка, да, но я уже не протягиваю, наверное. Дальше досидеть четверка, посмотреть на обилку и успокоиться. Хороший юнит, но денег мало. Варден какой-нибудь. Тролль у меня не пролазит. Хочу роли четверки. Думов уже много забрали. Может быть проблема. А зачем мне вот этот парень, я не очень знаю. Но придется пока его держать. Апов больше нет. То есть... Тетрилоник очень близко. Сейчас не хочу, да, отдавать вот это. Хотя сейчас крипы. И поэтому, наверное, сделаем вот так. Окей. Добрый вечер, тамада. Здорово. А где некор? Хорошо нам некор. Ты два тролля высрал. Плохо. А вот это нам точно нужно. Наверное, даже овер этого парня, хотя... Хотя не ясно. Ну, то есть Энигма это супер крутой. Юнит, я хочу вот это найти. Блин, у меня Кир, да, раз-два. От дума не откажешься, ни от чего не откажешься. Плохо. Вроде бы десятый нужен, но у тебя слотов нету. Плохо. Что-то из этого мне как-то помогает, нет? Ладно.
Надо сейчас попытаться доролить. Но в целом как бы... Ой-ой-ой. В целом мы сильные, но надо дубликатов доролить. От дума я решил отказаться. Это очень плохо, но я решил уже, да? Опа, подождите. Меку надо арку отдать. На левел денег не хватит. Тут это два арк плюс... Ой. The Monkey King. Enchanted, I'm sure. What can I do in return? Time for some role play. На. Не знаю, удачно нам это нас пробило в прошлый раз очень жестко. Если там макаки что-то делать не начнут, то мы в полном дерьме. Вроде начали. У меня есть варианты три макаку высрать. И Чена надо убить. Морбитка, энерджи бустер, что там еще? Ой, дожить бы до топ-4. Не, ну ладно. А я бы хотел поставить Сена, но уже, наверное, не могу. Не пролезет это все. Надо макаку найти последнюю. Лоник. Почему нет? Энигма, держи. Квапу можно было оставить, но было тяжело. Топ-4 есть, топ-3 есть, хорошо. Арканы. Thanks. Макака? Нет, ну ладно. Что, тебе щиток дать? Думаю, что да. А молнии это... Это тоже надо было, конечно, арку дать, но пока хочется здесь оставить. Собрать квапу. Сена. Ой, наверное, меня это пробьет, да? Что-то многовато всего. Не знаю, что тут происходит, но вроде все по красоте, да? Сборку может пока выключить. Ой, ебушки-воробушки. Одинов до буков дед, это правда. Крипасики, одинов вот этот парень. Ролиться сейчас не буду. У нас крипасики. Разборок у меня нету, все нужные и так предметы лежат как надо. Возможно, буков дед, кстати, даже нужно будет отдать третьей макаке. Но я не уверен. Я не уверен, что я могу ее собирать. Одна стрела Мираны контрит эту макаку. Без дубликатов нельзя будет ее ставить, то есть лоника придется ролить. Как выйти в левел? 28-7. Через раунд только. Мя-мя-мя, сов. Энигмы, конечно, стараются. А, я и забыл, что у меня двойные эти. Может, что-то полутать. Можно что-то полутать. У меня там, да, корон дофига, давайте так возьмем.
Что я могу собрать? Топор, топор и плащик. Надо этого агра, что ли, попытаться поставить? Жесть какая. Опа! А как мне это собрать теперь? Так, это я сейчас подрался тут, да? Минус коза. Стоп, подождите, у меня есть левелап 26. Я точно должен левелапать. Потом уже все остальное. К сожалению, не могу взять... ну, ничего не могу взять. Так, пока оставить. Агра какого-то поставить. Вот это надо было выкупать, но денег нет. Вот это присобирать тоже надо. Надо на пурхле побеждать. Никогда не знаешь, чем файт этот с Акиром закончится, пока живут вот эти чены. Изи закончилось. Фух. Дивная схватка. Но то, что было у меня на столе, было страшно.